Добрый день, партнеры. Хочу просто рассказать о ситуации, что происходит на этот момент. И просьба, убедительная просьба, больше мне не посылать никакие запросы на исправление, коррекцию каких-то ошибок. Объясняю, почему. Вчера Мигель собрал мастеров, объявил о том, что сейчас за февраль нормализуются все инструменты работы с суппортом, потому что у нас, кроме команды из 3 человек, которые находятся в Португалии, 15 человек программистов индусов. И директор IT команды индусов приезжает в Португалию, вот визу сейчас занимается визой, буквально на следующей неделе. Все запросы, все исправления через суппорт, который вы будете подавать, рассматривает вся команда. И Жоэл будет направлять по решению вопросов, то есть там будет подразделение, кто чем занимается, будет направлять для решения вопросов наши просьбы, запросы, исправления в соответствующие части вот подразделения этой IT-департамента. Поэтому нас отделили, отстранили, и мы не имеем доступа к программистам. Наверное, правильно сделали, иначе мы никогда не начнем наш бизнес. На сегодняшний момент, вот в 6 утра, Жоэл послал мне, вот что он сделал по тем запросам, которые мы подавали. 36 позиций, 36, только по моим запросам. Не все еще сделаны, но тем не менее, в течение дня должны дать нам бэк-офис, посмотреть, опять откорректировать и посмотреть бинары. Кого не успели из тех, что у меня были, старые запросы, ни один новый, больше я не оформляю. Не посылайте мне ни на почту, ни по WhatsApp, не пишите ничего. Я больше ничего не смогу сделать. Все через суппорт будет идти. Вот то, что еще не сделано из старых запросов, которые я оформила и отправила, ночью сегодня, скорее всего, скорректируют. Все, мы начинаем работать. Почему? С завтрашнего дня у нас сайт должен быть готов к работе. В каком виде? Мигель сказал, что у нас снимут стоимость наших пакетов из золотых коинов, то есть нам активируют наши пакеты для получения дивидендов. Это номер один. Номер два. Задача очень быстро, завтра к концу дня, включить кнопку вывода. Вот тех монет, которые мы должны 10% сможем, вернее, вывести на биржи, обменять. Биржи какие тоже должно понятие завтра сложиться, какая первая начинает, вторая, третья. То есть 3 дня на решение всех вопросов. Об этом Мигель всегда говорил. Но вот с завтрашнего дня у нас будет доступ к апгрейдам в золотых монетах. Я пока вам не скажу порядок, только компания должна выдать официальное сообщение, как мы это будем делать. И до конца февраля, это уже подтвердил президент, мы имеем привязку нашего обменника собственного, обменника, через который мы сможем наши золотые монеты, выводя их на платформу платежной системы, через карты выводить, через банкоматы выводить наличные деньги. Подтвердил, что карты готовы. Готовы. То есть у нас в ближайшие дни появится форма заполнения заказа карты. Я не знаю, сколько по времени будет идти в различные регионы. Здесь, естественно, неделя, как всегда. В Европе, в России, конечно, дольше. Азия, Африка, не знаю сколько. Поэтому вот этот процесс больше замедлять нельзя. И объявил президент, что, как я и говорила, как предполагалось, учитывая, что мы настолько задержались с ICO запуска следующих монет, все 3 монеты в ICO выходят вместе. Поэтому, начиная вот в течение следующей недели, у нас должно появиться объявление о старте ICO. Что это означает? Будучи партнером компании, мы получаем возможность на контрактной основе купить монеты отдельно от бэк-офиса. Это следующий вид участия в бизнесе. Заключаем контракты и можем купить монеты за 20% стоимости монеты номинальной, которая выходит на торги через 2 месяца на бирже. Обоснование монет. Видимо, завтра сейчас составим графики, видимо, завтра начинаем презентации, потому что пора уже начинать давать презентации, объяснять, что и как. Очень многие лидеры, кто был здесь, уже понимают, знают, могут рассказать сами, но вот порядок именно, характеристика. Я не буду на вопросы отвечать. Завтра, если сделаем презентацию, мы сделаем информационную презентацию по компании бизнесу, который стартует вот сегодня, завтра, в эти дни. Стартует мощно. Почему? Потому что сегодня президент в Испании, завтра
завтра он в Испании, в Астурии, завтра он в Андорре, потом он летит Ангола, потом он летит в Бразилию, потом он возвращается в Португалию, поэтому график их поездок, а Лондон еще у них, они летят Лондон, это по Телепоп Европа, потому что мы получаем еще и этот сервис сразу, и... Нужно сказать, что вот Ангола, все, что у нас касается агрокоина, это первое, номер один, конечно, Ангола начинает на уровне правительства. Там серьезнейшее обоснование физически старта всех монет, поэтому они не могут больше задерживать ICO. Им необходимо срочно начинать ICO этих монет. При этом нам необходимо запустить наши бэк-офисы, и мы должны начать работать с первой монетой, которая прошла ICO и уже готова на выход. Из-за нас, из-за бесконечных корректировок бинара, мы не можем больше это делать. Поэтому жестко, очень жестко вчера и президент, и наш CEO-директор Мигель Гомеш объявили о том, что никаких допусков мастеров не может быть больше с исправлениями. Пишите все через поддержку. И только то, что будет подкреплено файлами, реальными подтверждением реальных изменений в стоимости, не стоимости, а количестве вашего сальда в бэк-офисе, то есть реальное подтверждение, расчет. Более того, изменение фамилии либо изменение владельца только через подтверждающее письмо и документы, и все это через поддержку, это все будет в рабочем режиме производиться. Бинар, вот сегодня еще день, мы сейчас смотрим его, вечером последний апгрейд, завтра, завтрашнего дня бинар больше трогать никто не будет, иначе мы никогда не получим квалификационные баллы, и мы не начнем работать. Поэтому объявлен сегодня день, и все, завтрашнего дня мы стартуем к работе.